Совсем скоро мальчишки и девчонки из 57 регионов страны уедут домой. На второй летней смене заканчивают работу три профильных программы. На торжественном закрытии руководители детских образовательных лагерей подводят итоги этих трех недель. Мы искали очевидное и невероятное. Мы задумывались о том, что это такое. И в итоге мы нашли уникальных детей. Мы нашли нас с вами. В лагерь «Лидер смена» приехали много талантливых ребят. На сцене юноши и девушки показали, что они умеют петь и танцевать. А еще устраивать театрализованные представления и лайтер-шоу. Татьяна Стародубцева и Алексей Левчук – танцоры с многолетним стажем. В смене ребята не только отдыхали, они ставили творческие номера и помогали другим развивать свои таланты. Было круто, столько много эмоций всяких, не знаю, соревнований танцевальных. Так как я сюда приехал именно за своего танца, я выиграл эту путевку. Вот. Я старался выделиться как-то, ну, именно в танцах. Помогал... как с хореографией, не только. Ребята из лагеря «Спортсмена» подсчитали интересные факты о второй летней смене и нарисовали их на плакатах. Выпито более 5 тонн литров воды, съедено более 1 тонны хлеба. И все для того, чтобы хорошо организовать наш тренировочный процесс. С закрытием смены ребят поздравляют тренеры Центра спорта и образования «Самбо-70». А ученики спортивных школ показали номер о своем виде спорта – самозащите без оружия. За эти 3 недели участники лагеря «Профи-смена» защитили экологические проекты и познакомились с природой Краснодарского края. 14 отрядов, 350 человек ребят общались, дружили, ссорились и опять мирились. И, наконец, настал этот день разъезда. Мы хотим сказать всем до свидания. Ребята из «Профи-смены» показали креативный номер. Под песню о своем лагере, как в детской игре, складывали слова из кубиков с буквами. Наш морской, там где шумит прибой, раскроешь талантный слой, профи наш дом родной. Очень крутая смена, правда, очень талантливые дети. Я прям очень рада, не только то, что они в моем отряде, но и вообще заехали очень классные дети, я прям в восторге. Торжественная часть на главной сцене завершилась праздничным салютом. Разноцветный салют и танцевальные биты сменил прощальный костер под бардовские песни. 4 костра символизируют Всероссийский детский центр и 3 его лагеря. Через несколько дней ребята уедут из смены, но время, проведенное здесь, надолго останется в памяти. Струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Скучать за друзьями. Потому что расстаемся с ними. Появилась такая привязанность. Я не хочу отпускать этот лагерь, не хочу отпускать этих людей, которые были всю эту смену со мной. Грустно! Но мы вернемся еще. Мы не вернемся к вам! Мы верим в это!